Перекрасят детский сад. Перекрасить стены игровых помещений потребовал глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, ознакомившись с ходом ремонта в детском саду номер 29 «Колокольчик». Озвучив ряд нареканий к подрядчику, градоначальник дал 3 дня на их устранение. В ходе осмотра прилегающей территории Пирмагомедовым также было дано поручение устранить последствия незаконной застройки, которая была допущена в прежние годы. Часть территории оказалась занята новостройкой, а владелец одной из частных построек пробил себе выход прямо во двор детского сада. В ближайшее время это вопиющее нарушение устранят. Цвет кто выбирал? Цвета выбирали? Но... Кто выбирал цвета? Да видишь, да? Понял. Тебе нравятся эти цвета? Нет. Во всех группах так. Кто технадзор здесь был? Ты был? Ты что такое? Ты зашел, он уже раздражает глаза. Тебя не раздражало, когда ты сюда заходил? Ноутбуки, они были намного светлее. Ну хорошо, вы когда увидели, вот начали отмазать стену, ну пришли бы и сказали, эй, остановись, не делай. Ну это вообще цвет никуда не годится. Перекрашивайте его. Никогда нельзя соединять то, что пищеблоки, вытяжку, да. Насколько я знаю, здесь помещение совсем другого предназначения. Я не специалист, и то я понимаю, что так нельзя. А как вы допустили-то? Вы куда смотрели? Переделывайте его, сейчас запах везде будет здесь стоять.